Вечные скидки. Всем привет! Новый учебный год не за горами. И если в вашей семье есть школьник, самое время приобрести для него рюкзак. Всевозможные сайты предлагают школьные ранцы по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Рюкзак лучше всего выбирать и вместе с ребенком. Для него важно не только качество и удобство, но и внешний вид. Важно, чтобы он не оказался таким же, как у одноклассников. Лямки школьного рюкзака должны иметь возможность регулировки, так как их придется подтягивать или опускать в зависимости от одежды и по мере роста ребенка. При этом ремни должны быть отрегулированы так, чтобы ранец находился строго на спине, не опускался ниже поясницы. Хорошо, если регулирующие пряжки будут находиться не только в нижней, но и в верхней части лямок. Лямки должны быть широкими и из приятного на ощупь материала, чтобы не врезались в плечи ребенка от тяжести. Выбирайте ранец с жесткой ортопедической спинкой, которая имеет специальный каркас. Он должен равномерно распределять вес и давление на позвоночник. На сайте Озон рюкзак Брауберг сейчас продается со скидкой за 1540 рублей. Высота 49 см, ширина 34, материал полиэстер. На сайте Яндекс.Маркет рюкзак Dell черного цвета сейчас можно купить за 3350 рублей. Изготовлен из водонепроницаемого материала, имеется карман для бутылки, подойдет для переноски ноутбука. На сайте «Прикольный школьный» ортопедический рюкзак для школьников стрит-стайл серого цвета с зеленым рисунком сейчас можно купить за 3400 рублей. Имеются два отделения на молнии и боковые карманы. Модель подойдет как для детей в начальную школу, так и для учащихся средних классов. Ранец подчинен принципу правильного распределения нагрузки на позвоночник. Благодаря эргономичной ортопедической спинке и особой системе регулировки лямок подрост школьника. Ортопедическая спинка рюкзака со специальной вентилируемой системой повторяет контуры спины и способствует улучшению осанки. Эргономичные широкие лямки имеют специальную пятиступенчатую регулировку. Ткань рюкзака обладает водоотталкивающими свойствами и повышенной износоустойчивостью. Удобная эргономичная ручка для переноски в руке, сетчатый карман и карабин для ключей, светоотражающие элементы. На сайте Wildberries школьный рюкзак For All синего цвета сейчас продается за 2166 рублей. Его прежняя цена – 3800. Размер 41 на 18 на 28 сантиметров. Рюкзак выполнен из водонепроницаемого полиэстера со специальным покрытием. Модель имеет три отделения. Подходит для средних и старших классов. На сайте CityLink рюкзак Riva черного цвета с голубыми вставками сейчас предлагают со скидкой в 9% за 5410 рублей. Оборудован основной просторной секцией, предназначенной для планшета или ноутбука. Кроме того, есть дополнительный отдел для тетрадей, документов и других предметов. Также имеются небольшие кармашки для зарядного устройства, мобильного телефона или компьютерной мышки. Мягкие регулируемые ремни обеспечивают комфорт при ношении, а эргономичная ручка удобно лежит в руке. Для сохранения правильной осанки школьника очень важный размер и вес школьного рюкзака. Его ширина не должна превышать ширину плеч ребенка, а высота – 30 сантиметров. Масса пустого рюкзака должна быть не более 1000 граммов. Вес рюкзака вместе с содержимым должен быть не более 15% от веса школьника, а для учеников младших классов – не более 10%. Школьный рюкзак должен иметь необходимое количество карманов, каждый из которых выполняет определенную функцию. Внутри ранца должно быть несколько отделений для тетрадей и учебников, пенала и мелких канцелярских принадлежностей. Рюкзак должен иметь светоотражающие элементы, они должны размещаться со всех сторон. Самые броские, следовательно, самые заметные для водителей цвета желтый и оранжевый. Дети не всегда могут правильно оценить ситуацию на дороге, а водителю легче сориентироваться в дорожной ситуации, если он заметит ребенка издалека. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.